Тема нашего урока – что такое климат? Сегодня ты узнаешь, что такое климат. Научишься определять характеристику основных типов климата на Земле. Что такое погода? Погода – это состояние атмосферы в данное время, в данной местности. Это все то, что происходит в настоящий момент за окном. Идет ли дождь, светит ли солнце, тепло или холодно за окном. Погода зависит от времени года и природных условий. Так, например, на крайнем севере зима суровая и лето холодное, а в пустыне и зимой, и летом высокая температура. Что такое климат? Климат – это многолетний режим погоды, характерный для определенной местности. Климат Земли разнообразен. В зависимости от особенностей местного климата, животные и растения этих земель отличаются. Они приспособлены к местным климатическим условиям. Чем отличается погода от климата? Погода может меняться в течение дня. Климат постоянен для определенной местности. Климат зависит от температуры воздуха и от того, как перемещаются воздушные массы. В соответствии с этим различают 4 основных климатических пояса. Полярный – климат сухой, холодный. Умеренный – климат влажный, теплый. Тропический – климат сухой, жаркий. Экваториальный – климат влажный, жаркий. На данной карте можно увидеть расположение климатических поясов. Каждый климатический пояс отличается рельефом Земли, растительным и животным миром и типом погоды. Почему в Антарктиде постоянно холодно, а на экваторе всегда жарко? Наша планета крутится вокруг Солнца по одной и той же траектории. На состояние климата влияет солнечный свет. Чем больше солнечного света, тем жарче климат. Так большинство солнечного света прогревает экватор, а до верхних и нижних частей Земли, Арктики и Антарктиды, попадает лишь малая часть, поэтому там холодно. Антарктида – самый холодный континент Земли. Он находится в полярном поясе. Его называют полюсом холода. Он покрыт льдом. Знаешь ли ты, город Нур-Султан занимает второе место среди самых холодных столиц мира. Наш урок подходит к концу. Сегодня ты узнал, что такое климат и как различать погоду от климата и определять характеристику основных типов климата на Земле.